По специфіцы професіі работнікі тэлерадыёкампаніі Магілёў заўсёды ў раз'ездах прыязджаюць у калектывы, сустракаюцца з рознымі людзьмі. Вакцынацыя, пераканаліся, найлепшы сродак засцерагчы сябе ад віруса грып і ўвогуле вострай рэспіраторнай інфекцыі. Спортсмены всегда следят за своим здоровьем и кушают витамины, не только делают прививки. Для них этот вопрос более чем актуален. Ну, я каждый год прививаюсь, в принципе, там. Чувствую себя всю зиму хорошо. Я делаю каждый год, правда, один раз пропустил, пожалел. Поэтому для меня прививка – это важно. Для коллективного иммунитета необходимо, как было прищеплено 40% населения, удокладнили в областном центре гигиены и эпидемиологии. Вакцинация только началась. Прищепку отримали больше за 160 тысяч человек. 43 тысячи из них – дети. В этом году предприятий намного больше прививается против гриппа. Метод вакцинопрофилактики – очень эффективный метод. Вакцина защищает от 3 штаммов вируса гриппа. Даже если человек заболевает гриппом, прививка защищает человека от осложнений. Эпидемиологи кажуть, летось, дякуючи вакцинации, на Могилевщине заэкономили на леках, листах непрацездольности аж 445 миллиардов рублей. Так что и экономичный эффект прищепки от вируса грипп видовочный. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, Новини регион.